Всем привет! В 8-м выпуске шоу «Мастер-шеф. Профессионалы» по итогам первого конкурса поражение получила команда «Синих», капитаном которой была Стелла. На голосовании команда проголосовала за Лиду и Стеллу, поэтому девушки надели черные фартуки. Во втором испытании участникам нужно было приготовить бургеры без мяса. И поражение в этом испытании получила команда «Желтых» во главе с Русланом. И по правилам вся команда надела черные фартуки. А это Руслан, Виктор и Николай Овчаренко. Лучшей командой на этом испытании была команда «Синих», которой и была Стелла. Эта команда получила бонус от судей. Со Стеллы сняли черный фартук. Поэтому в 8-м выпуске «Мастер-шеф. Профессионалы» на битве черных фартуков будут соревноваться Николай, Лида, Виктор и Руслан. На рабочей поверхности каждого из участников были коробки-загадки. Ну а под ними, конечно же, микрокухня. Испытание, которое есть во всех сезонах. Первым со своим заданием справился Николай. Он даже ходил и предлагал свою помощь другим участникам. Судьи попробовали все блюда и отметили, что все они были приготовлены на отлично. Небольшие погрешности были только в блюде Николая. Поэтому в 8-м выпуске кухню «Мастер-шеф. Профессионалы 3» покинул. Поэтому в 8-м выпуске кухню никто не покинул, поскольку это была микрокухня, и погрешности в Николая тоже были микро. А на этом у меня все. Услышимся!